В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с COVID-19. А также ведомство должно будет рассылать субъектам прогноз заболеваемости коронавирусом. Губернаторы, в свою очередь, должны будут на основе текущей эпидемиологической обстановки вводить необходимые ограничительные меры, направленные на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции и не допуская при этом негативные экономические последствия. Кроме того, главам российских регионов поручено до конца недели создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому.